мне тут довелось увидеть убийцу российской экономики. Электромобиль Тесла называется. Раньше видел на картинках, а теперь вот на улице. И это скверный знак. Дело в том, что у машины нет дырочки, куда заливать бензин. То есть ей не нужны ни бензин, ни нефть, из которой этот бензин вырабатывается. Как вы понимаете, для России это конец всего. И если сейчас директор бензоколонки еще может выеживаться, то теперь машины будут проезжать мимо него. Российский бюджет потеряет основной источник дохода. Есть еще, правда, газ, но после проблем с транзитом РФ уже потеряла в Европе лидирующие позиции и занимает всего 20% рынка. В общем, в ближайшие 15 лет Российскую Федерацию ждут грандиозные потрясения, если не распад. Я очень извиняюсь, парад 9 мая не на что будет провести.